Да, ты должен понимать, что в ТикТоке сейчас очень много видосов с тобой и еще кое с кем. И вот вопрос... Сейчас мы узнаем правду, что ты чувствуешь по отношению к этому человеку. Испытываешь ли ты романтические чувства к Жене Медведевой? Нужно ответить да или нет? Скорее нет. Правда. Скорее нет, чуваки, потому что, ну нет, чувства испытываю. Мне хорошо, когда мы тренируемся, когда мы катаемся, но о чем-то большем я и не думал. Нет, поначалу думал, но потом как будто бы понял, что, ну, не мое. Она так занята, нет? Нет. Я проверял, нет. Собственно, нет, она занята, да, и после этого я как раз подумал. Не мое, не получится у нас, не получится. Тут был вопрос про Женю, такой прям вот вопрос, на который не было четкого ответа никогда. Вот тут я прям, да.